Здравствуйте, я Лила Каразина, телесно-ориентированный психотерапевт, мастер импровизационного танца. Для фестиваля Тантрис я подготовила кое-что интересное. Прежде всего, с Натальей Еременко мы подготовили настоящий сюрприз для участников фестиваля. Это Ecstatic Dance. Может быть, кто-то слышал, неважно. Скажу только, что слово «экстатик» — это именно более чем. «Экстатик дэнс» — это танец, в котором вы полностью раскрываетесь, в котором все участники начинают проявляться именно так, как они чувствуют. Этот танец позволяет войти в свой драйв, и чем больше людей, тем больше этот драйв. Я не раз была на фестивале Тантрис, и я знаю, что он сам по себе очень прокачанный и очень драйвовый. И я могу только представить, что будет на Ecstatic Dance на этом фестивале. То есть это состояние можно сравнить с состоянием экстази. То есть это действительно что-то захватывающая волна. Это первое. Второе. Я подготовила несколько мастер-классов для мужчин и для женщин, где поделюсь некоторыми секретами танца, протанцовывания, которые помогут вам лучше осознать, что вы танцуете в своей повседневной жизни, что происходит в отношениях на уровне невербалики. И это действительно сексуально. Ну и третье, что я хочу представить на фестивале Тантрис, это моя основная деятельность – женские практики. Уже более 7 лет я специализируюсь именно на этой тематике, и я помогаю женщинам раскрывать изнутри их женственность. Настоящая женственность идет изнутри. Я помогаю им соединиться со своим телом, со своей природой и через это зазвучать в мир своей настоящей, неподражаемой женственностью и красотой. Я проведу несколько мастер-классов, где поделюсь с участницами фестиваля моими авторскими наработками, эффективными методами телесно-ориентированной психотерапии, импровизационного танца и других, кое-что из женской тантры. И я уверена, что с пустыми руками вы не уйдете с моих мастер-классов и в целом из этого фестиваля. До новых встреч! До фестиваля осталось около месяца. Я жду с нетерпением этого события. И я жду с нетерпением встречи с вами. С вами была Лила Каразина. До новых встреч!